Новый дитячий сад на 240 месцев з'явится у Казіміровці. Зараз у мікрорайоні працюють дві дошкольні установи, і у умовах імклівого росту насельництва гэта недостаткова. Большасць дітей вимушені возити у інші дитячі садки. Садик очень нужен, потому что нет, я знаю, что они стоят на очереди, но вот в Казіміровку в сад очень трудно попасть. Потому что людей очень много, детей у нас в доме детей очень много. В основном детей возят, да, номеры, на Якубовского. Садик очень нужен, очень нужен. Садикам не хватает. Садики переполненные. Мы ждали очень долго тоже садика. Мы пошли не в 3 года, а в 3,5. Дочь сидела полгода, не работала. У Казіміровці шмат новоселов. Большасть из них – это молодые семьи. Два мясцовых садка не справляются с такой колькостью новых жыхароў микрорайона. В 2016-2017 году нуждалось в обеспечении дошкольным учреждением 400 детей. Из них только 115 мы определили в эти сады, которые существуют по микрорайону. Остальным предоставили места других учреждений города Могилева, что не противоречит законодательству. Но, конечно, хотелось бы удовлетворять запросы детей и родителей по месту жительства. Зараз тут покуль только огорожена территория. Проект садка проходит экспертизу. Проводится тендер сярод будовников. Про сколько год у Казіміровці будет соправдный город-сад, кажут будовники. Покуль же идут перемовы об финансовании, уведении социальных объектов с допомогой инвесторов. Ганна Лапота, Тетяна Дмитриева, Денис Бутылин, Новини регион.